Всем здорово. Сегодня ко мне в руки упал вот такой вот аппарат. Это у нас Alcatel Vantage View, модель 5040X. Весь прикол у нас этого телефона, что он у нас на Windows. Windows у нас Windows Phone. Кто не видел телефон Alcatel на Windows? Телефон достаточно редкий и с очень таким плохим дефектом. Он у нас утопленный, выгорел дисплей. Точнее, выгорел шлейф дисплея. Дисплей восстановлению не подлежит. Стоит дисплей 2000 рублей. Последний раз я находил. Сам телефон стоил 4. Телефон у нас вот в таком soft-touch пластике. Достаточно приятно в руке. И давайте его разберем. Посмотрим, что у него внутри. Вот такая выпирающая камера. Камера у нас 5 мегапикселей, но какая-то матрица хорошая снимала, она достаточно хорошо. Так, уже не помню, как он открывается даже. Открывается вот так. Вытаскиваем аккумулятор. Видим нашу модель 5040X One Touch. Далее нам нужен инструмент для открытия. Видим вот такой вот лопатки. И подлазим под щель между корпусом и расщелкиваем его. Корпус расщелкнулся достаточно легко. Снимаем верхнюю часть. Видим нижнюю часть динамик. Боковые клавиши громкости. Клавиша включения осталась на корпусе. Пусть она там стоит. И вибромотор, видим, тоже в корпусе стоит. Далее что мы имеем? Мы имеем раз шлейф. И два шлейфа, который не отстегивается. Отстегнули. Так, берем пинцет и аккуратно вытаскиваем шлейф. В принципе, он нам уже аккуратно-то и не нужен, так как он побитый водой. И видим у нас вот в этом месте, видим небольшие окислы. Камера плохо фокусируется, вот так лучше видно. Шлейф точно под замену. Также в нижней части видим шлейф. Шлейф идет у нас на нижнюю недоплату, потому что у нас не в плате, а тоже типа шлейфом. Так, отстегиваем его, потому что он нам не нужен. Клавиши боковые у нас уже открылись. И пробуем поддеть плату. Плата вышла достаточно легко. Имеем спереди мы фронтальную камеру, датчик приближения и отдаления. Плата достаточно толстая и двухслойная, с двух сторон у нас чипы распаяны. Что мне нравилось в старых телефонах, так это замена дисплея без отклейки тачскрина. То есть в этом аппарате можно вытащить дисплей, не отклеивая спереди тачскрин. Для этого снимаем вот эти вот экраны, так сказать. Достаточно плотные. Отклеиваем. Отклеиваем шлейф. И вот таким движением приподнимаем просто вот эту часть телефона вверх. И тем самым мы попадаем прямо к дисплею. Далее мы достаем его отсюда, так как он у нас под замену и нам он тут не нужен. Все, остается у нас тачскрин. Тачскрин у нас целый, окислов на нем нету. А вот на дисплее у нас окислы. Так что он пойдет под замену. Будем его подбирать, скорее всего, по маркировке, потому что наличие где есть сильно дорого. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим обязательно лайк. Мотивируем для снятия нового видео. До новых встреч. Пока-пока.